Качество выполненного ремонта входных групп и подъездов в домах Одинцова проинспектировали депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, а также окружные депутаты-единороссы. Программа губернатора Московской области «Мой подъезд», запущенная несколько лет назад, успешно реализуется в округе. Сотни подъездов отремонтированы в Одинцовском городском округе. Организации, которые это осуществляют, уже набрались опыта, набрали темп, и каждый новый подъезд, каждый следующий объект мы уже видим, как они проходят уже ритмично, с должным темпом, с должным качеством. В перечень работ входит замена напольного покрытия, покраска стен и потолков, установка новых тамбурных дверей, светильников и почтовых ящиков, а также ремонт электрики и слаботочной системы. Во многих подъездах уже установлены умные домофоны, оснащенные интеллектуальными видеокамерами. Цветовая палитра, технические решения и другие нюансы в обязательном порядке проверяются и согласуются с собственниками квартир МКД. И самое главное, что приемка окончательная отремонтированных подъездов осуществляется с участием жителей данного подъезда, чтобы никто ничего не забыл. План по ремонту подъездов 2022 в Одинцовском округе выполнен на 83%. Приведены в порядок 208 объектов из 250. По остальным адресам работы завершат до конца года. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».